you make me howl at the moon. Girl, you're a fire station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be your... Привет, с вами канал Кемет Алекс, и это видеообзор для оперетты. Вот такой fashion pack красивый. Вот он. Значит, что у нас здесь имеется? Очки для оперетты. Вот. Вот такое вот платьице, наверное, распакуем, увидим. Сумочка и обувь. В общем, все в черно-красном цвете таком вот. Логотип школы Monster High. Здесь написано оперетта Daughter of the Phantom of the Opera. Переворачиваем. Что мы здесь видим? Мы видим Monster High, Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Логотип школы, оперетта. Изображение опереты базовой в этом наряде. В общем, здесь идет также те куклы, ну, точнее, фэшн-пэки, которые идут в этой же серии. Это для Эбби, Клодин и Лагуны. Вот. И написано «I like to get all dolled up to dig for old Winnie». Вот такой вот фэшн-пэк. Сейчас мы его распакуем и оденем на куклу. Я слышала, что в этом местечке повсюду монстерапсы! Вот мы переодели нашу красавицу. Мы взяли одну из базовых оперет. У нас их две. Ну, так получилось. Только просьба не спрашивайте, зачем покупалась вторая оперета или там другая кукла. Зачем одинаковые куклы. Скажу так, мои знакомые, друзья и близкие знают, что вот мы увлекаемся коллекционированием кукол. И в частности, это Monster High. Поэтому и многие дарят нам эти куклы. Не знаю, есть у нас такая или нет, но мы их как бы принимаем с радостью, ведь есть фэшн-пэки разные. Иногда мы дарим знакомым их, вот, близким. Некоторые оставляем себе для повтора, то есть для какой-то новой одежды. Новый аутфит выходит. Мы с удовольствием ее принимаем в нашу семью. А теперь, в общем, обзор. Вернемся, да, к нашему обзору. Вот этот такой красивый fashion pack. Это моя, кстати, первая оперета. Вот, и мы ее вот так вот причесали. Так она мне нравится больше. Вот ее очки. Мы их посмотрим ближе. Здесь мы увидим такие, значит, красные паутинки и черные очки. Ей довольно-таки классно с такой прической и в таких очках. Такая прям женщина-вамп. Спускаемся ниже, и это не платье, это короткий топ и высокая юбка. Значит, топ у нее такой черненький, фиолетовая атласная ленточка. Здесь, в общем, интересно сделано такое оно. С такой ткани, типа дермантина, только еще тоньше. В общем, приклеены типа такие черно-белые полосы. И вот здесь вот, я не знаю, может, его можно оторвать, прицепить на волосы, как бы заколку, но оно здесь пришито. Вот такая паутинка красная. Дальше спускаемся ниже, видим классный пояс, тоже в виде паутины красный. И вот эта вот юбка. На ней изображены ноты, разные узорчики, там очки мы видим. Вот. В общем, много всего разного, что связано с оперетой. Ее шикарная сумка. Это сумочка. В общем, интересная такая. Сама бы с такой ходила. Значит, это такой круг, да, большой. Здесь вон там вот можно что-то засунуть туда. В общем, она нигде не открывается, там она уже открыта. Дырочка такая. В общем, в центре круга мы видим черепок, потом от него идет красная паутинка, в общем, такая. Здесь такая, как резьба, вот везде. Здесь красненькая, беленькая, а сзади точно такая же. Ну, здесь как обычный ремешок такой. Оденем ей на ручку и перейдем к обуви. Обувь тоже классная. Значит, такие туфельки очень открытые. Эта модель туфель как-то по-своему называется, я уже забыла сейчас. Вот, значит, такая платформа интересная.
черно-белые полосы. На носках такой же узор, как на юбке. Вот. Задник черный. Ну, красный сразу снизу и переходит в черный. Сразу хочу сказать, что через пару дней к нам придет оперетта Killer Style. Объясню сразу, чтобы не было вопросов, зачем и что. Зачем другая кукла, тем более, что есть такой аутфит. Это подарок. К нам придет подарок, кукла. А это мы заказали. Мы не знали, что нам подарят эту куклу. Мы узнали об этом буквально сегодня. Вот. И я сделаю обзор и сравню аутфит и куклу. В общем, это все. Всем спасибо. Пока. To react, yeah, you're so close to me. Still so distant, and I can't bring you back.